Да. Все, да. Потому что все мы так давно ждали. Видос идет, всем тишина. Камера готова. Давай, три, два, один, погнали. Всем привет, мы команда Luminous, и сегодня мы будем снимать реакцию на долгожданный дебют Джису. Тоже. Yeah. Давайте не будем ждать, сразу же начнем. Погнали. Интересно, есть фоны красивые. Да. Ну, не в Корее тоже. Мне зеленый цвет здесь нравится. Типа как раз этого песочного и зеленого цвета. Очень приятная песня. Голос. Сейчас, мне кажется, голос. Туда его цветок. Как... Интересно. Ну, очень красивые костюмы. Красные колготки просто. А цветок все ничего? Цветок. Вау, ну костюмы это вообще другой уровень. Очень красиво. Ей все идет. У нее локация очень красивая. Мне очень интересно, где ты снималась вот. Потом похож на монстр среди. А, костюм, костюм, да, очень повязки. А, костюм. И все они ей идут. Очень красиво. Этот вот желтенький домик и рядом серенькие дома. А, прикольно. Картинка красивая. Непривычно видеть Джису на протяжении всего видоса. Наконец-то. А, какая приятная мелодия. Это мой фаворит. Костюм? Да. Вау. Визуал этого клипа просто 1100. Туда его! Королева! Капец. Очень красиво. Да, невероятно красивый клип. Считаю, что он ей максимально подходит. Все вот эти образы, локации и сама мелодия прям, ну, даже для Джису будто бы. Да, типа... Ее голос очень хорошо сюда лег. Прям найс. Песня прям такая ха! Сразу, с голосом Джису. Ха! Ну, немножко локации напомнили вот эти вот дома и внутри, которое было на Дженни Соло, но... Это перекликается. Хорошо. Так, ну костюмы вообще очень классные. Прям. Да. И они все идут, еще раз повторюсь, ну... Вы видели? Хорошо, что не одна локация. И 1000 костюмов. Надо посчитать, сколько было костюмов. Пишите в комментариях, сколько костюмов там было в клипе. Да. Таня, что думаешь? Я очень рада, что Джису наконец-то показали, раскрыли просто какая она красотка, нереалка, бомбезная, не могу. Да, 100 миллионов просмотров, пожалуйста, пожалуйста, она этого достойна. Любите Джису. Джису, Джису, World Domination. Да, да. Ты что думаешь? А, мне понравилось очень сильно. Учитывая то, что я постоянно сейчас стою за Джису, поэтому я очень рада, что у нее такой красивый сольник. Да. Постоянно стыд за Джису. Если хотите, чтобы мы сделали кавер, ставьте лайки, комментарии. Да. И кто, кого вы хотите видеть, да. Кто Джису, как роли Джису. Эндинг. От тебя. Всем спасибо за просмотр. Пока!